Добро пожаловать на прохождение игры Star Wars The Old Republic. С вами по-прежнему Андрей Доцент. И мы продолжаем, скажем так, выполнять побочные задания на планете Тарис, повышая свой уровень, накапливая драгоценную денежку. И, скажем так, постепенно завершать все миссии на Тарисе. Мы планируем. Надо их все-таки завершить. И продолжить наше путешествие по галактике. Но для начала нам нужно завершить те побочные задания, которые у нас остались здесь. А именно собрать какие-то генераторы, найти пропащего командора какого-то и так далее. Ладно, прыгаем в нашу Турантайку и отправляемся. Так, как же мне найти-то... Как мне вообще сюда попасть? Вот вопрос. Так, ну, наверное, как-то придется мне проехать, да? Либо, наверное, надо вернуться вот сюда. Вернемся назад по дороге. И объедем все это дело со стороны. Так. Так, вот. Будем придерживаться этого пути. А тем временем у нас ребята ищут задания на выполнение героических... миссии. Не задание, а коллегу, напарника, который поможет им выполнить эти героические задания. Так. Вот, в принципе, где-то здесь. А, нет, не здесь. Еще нам ехать и ехать. Хорошо. Так, вот где-то уже тут. Вау! У меня сразу тарантайка исчезла из-под ног. Что за нафиг? Так, отлично. Ух ты, победить этих, бонусное задание. Нормально так. Проблема в руинах. Ну, сейчас тогда мы завершим это задание. Вообще как нифиг делать. Так, вот еще один несчастный. Опа-на. Раз. Так. Отлично. Давайте-ка мы ей... щит дадим. Ща мы вас, ребята, всех да вынесем. Опаньки. Так тебе. Сверху атака. Другое дело. Так. Вали ты его нафиг. Все. Так, а вот с этим придется, скажем так, разбираться. Хотя нет, у него не такой уж и большой уровень. Сейчас мы его и... О, ребятам даже нужен танк или хиллер на героические задания. Сдается мне, либо в этих героических заданиях, скажем так, ребята с низким уровнем пошли, раз у них так вот все уже подразделения какие-то пошли. Потому что, я думаю, тут там особой тактики как таковой не нужно. В этих миссиях, если все выполнять последовательно. Следовательно, они либо пробегают, так сказать, побочные задания, либо сюжетные, я не знаю. Но, скорее всего, побочные. Потому что у них с низким уровнем, очевидно, пошли в атаку. А это им дорого обойдется. Надо все выполнять последовательно. В конце концов. И тогда все будет успешно. Последовательность - залог победы. Так, вылечимся. Ну да. Здесь нам нужно, ребят, этих порешать. Ща мы разберемся. На тебе. Опа-на. Прервали мы его. Зарядку с помощью удара с ноги. Кстати, хорошая вещь. Удар с ноги прямо вот помогает в битве с трудными, скажем так, боссами. И на PvP-арене тоже. Когда особенно ситхи там, колдуны, инквизиторы, как их там называют, пытаются что-то создать какую-то атаку, то ему на с ноги просто, и все. И у него просто накрылась его атака мощная. Так что это навык очень-очень хороший, особенно если правильно его использовать, это вообще ему цены не будет. Вместе с сочетанием с щитом. Я на PvP-арене умудряюсь валить игроков, которых и лут посильнее, и здоровье больше. Кстати, здоровье больше, а уровень у них в разы меньше. Бывают вот такие. А если встретишь игрока своего же уровня, как вот я вот встречал врагов, у них здоровье колоссально больше, но ребята банально не умеют пользоваться способностями правильно, и они очень быстро загибаются.
Так. На тебе. Еще один. Так. Все, что ли? Угу. Выполнили. Ну, давайте теперь посмотрим, что с этими делать. Агрегатами. Получаем доступ. Все. Отключили. Так, теперь нам надо, по всей видимости, сюда. Это чувак на такси, что ли, пролетел? Ну, по всей видимости, да. Так, вот. Получаю еще один. Отлично. Так, и вон третий. Все, погнали. Опа-на, прыжок. Еще прыжок. Хорошо. Так, вот. Все, готово. Или нет? А, нет, все, готово, действительно. Давайте вернемся к нашему квестодателю. И доложим ему об исполнении задания. О, ребята вернулись с дела. Нормально. Так что иди-ка, давай-ка ты еще одно выполняй. Собирай ящички. Ящики — это нормально вообще. Вот реально с этих ребят вот при прокачанном навыке охотник за сокровищами можно реально залутаться, затрачивая минимум ресурсов. Так, а чё? А хрен из два я остановлюсь, видали? Нормально, то есть можно реально проскочить мимо врагов с помощью вот этой способности к езде. Так, сундук. Нормально. Здорово. А, нет. Чё-то... Какой-то у них здесь... Закрыто! Ёхрена бай. А, это навык взлом, видимо, отвечает. Ну, все ясно. Навык взлом. А вот, вот в таких местах... Надо, короче, навык взлом качать и еще навык крафта. У нас, короче, есть навык добычи. Мы можем абсолютно любую добычу добыть. Навык взлома и навык крафта. Ну, крафта, я, наверное, думаю, каких-нибудь артефактов, либо световых мечей. Короче, что-нибудь на джедайскую тему. Есть там один, который мечи, броню, всякое вот это вот делает. Я думаю, это будет самое то. Для нашего персонажа. Так, все, все. Давайте-ка. Потрещим. С чуваком. Все. Сделано. Все отрубили. Как выглядит теперь Имани? Сила готова стабилизироваться. Никаких причин для взрыва. Так, генераторы перезапущены. Я должен, наверное, сказать спасибо. Я ведь прав. Я всего лишь искал возможность помочь вам. Ваша команда не должна здесь рисковать, как бы. Спасибо вам большое, во всяком случае. Нам нужно вернуться назад к работе. Мы теряем время. А еще длинный путь предстоит, прежде чем система восстановится. Все работает, сир. Нормально. Кира Карсон. А ну-ка расскажи-ка и покажи-ка, чё у тебя там за штанина. 125, 14, 9 и 9. Угу. Знаете чё? Возьму-ка я лучше Basic Commendation. Потому что лут мы и так сможем с помощью навыка Охотник за сокровищами. Плюс его еще с этим можно прокачать. Это у нас до 400, а там ведь еще есть какой-то и первый, второй уровень. Я могу их оба даже выкупить. Мне это вообще сейчас с моим количеством денег можно сейчас что угодно. Но я сейчас все как обычно, и как я и говорил, я придерживаюсь принципа, надо вкладываться в развитие. Следовательно, я все спущу на по 20 тысяч на каждую из веток в наследии, которая отвечает за... усиление на 6% в разных видах миссий, заданий, PvP, аренах и так далее. Плюс 6% к получаемому опыту. Неважно какому. За космические бои, там, т.д. и т.п. и так далее. 6%, а знаете, это нормально. Лишними вообще не будут. И потом, естественно, мы будем это повышать. Ставку. То есть там, наверное, 10%, а то и 20%. Но это вообще уже мечта, я вам скажу.
Так что, и плюс это, я так полагаю, если навык наследия, то я так понял, это будет действовать и на других персонажей, если мне вздумается создать какую-нибудь еще там, скажем так, компанию, я не знаю, и так далее, то вполне возможно, что это как-то свою роль скажет. Так, нам нужно здесь что-то найти. Голографическое устройство потерянное. Что у нас тут? Ну, которое обронили. Командор, командор, черт! Ты кто такой? Что здесь случилось? Я могу тебя спросить то же самое, чувак. Я надеялся... Это все вещи, все была ошибка. Ничего не понятно, что случилось. Как моя республика какое-то сообщение получила? Эти люди деактивировали бомбы для республики на Тарисе, на улицах. Но гангстеры 300 лет назад что-то с ситхами там сделали. Бомбы. И ситх убили идею какую-то. Уничтожили планету. А насчет бомб? Что случилось с бомбами? Ух ты, у нас там какая-то на башке штука странная. Бомбы выжили. Мы нашли бомбы на планете, разрушенной, с ученой экспедицией. Я не знаю, кто там что сделал, но бомбы надо, короче, найти. Пожалуйста, вы должны помочь мне. Конечно, помогу. Помогать это для меня честь, как бы. Спасибо. Вы спасете жизни. И не только выполните мою работу. Слушайте, ну хорошо, деактивировать бомбы. Где они? Давайте деактивируем. Какие проблемы-то? Так, ага, нам надо вот сюда. Все, тогда прыгаем в наш... мотоцикл. Я даже не знаю, как это сказать. Ух, нифига себе, у нас как опыт скакнул. Вот это да, уже 60. Нормально так. Вообще здорово. Давайте, давайте. Будем продвигаться. О, народ там тоже разъезжает. Все, он уже на транспортных средствах. Нормально. Так. Как мне... Нет, мне лучше здесь проехать, да. Эти ребята могут сагриться. Так. Вроде как-то вот здесь вот. Бомба! Вылазим. Так, тебе щит. А я обезвреживаю. Слушайте, а он у нас что не сагрится-то? Ой-ой-ой. Вон еще бомбу я вижу. А может надо какое-нибудь бомбу задание здесь выполнить? Не знаю, давайте посмотрим. Завалим, может, глядишь, что-нибудь да и выпадет. Всегда есть заданию, обычно способствует какое-то бонусное. Вот меня как бы этот вопрос и интересует. Это, видимо, те бомбы, которые Тарис разбомбили. Когда бомбардировку начали, да? Это они разрушили целую планету. Интересно, сколько надо было их сбросить, чтобы все это раздолбать к шишам. Но Малок тогда не скупился на ресурсы. Да сдохни ты уже в конце концов. Все, вот еще бомба. Давайте-ка. Так, дезактивируем, отлично. Так, и еще. Все. Отлично, доложить агенту Веллеру. А что, все что ли? Выполнили? Ну нормально. Тогда поехали. Сейчас доложим ему. Как мы успешно справились с заданием. Задание было очень легким. Очень легким. Это вообще легче некуда просто. Вот, получаем 6 единиц наследия. Мне будет еще чуть-чуть, и у меня откроется какой-то уровень наследия, хрен его пойми. На крайняк лишние деньги можно, знаете, что впустить? В обустройство цитадели. Там тоже что-то за это какие-то бонусы дают. Цитадель надо тоже нам как-то обустраивать, в конце концов. Потому что это, скажем, наша база. Можно будет квартиры, помещения выкупить, обустроить. Хотя, я думаю, эти деньги можно и потратить и более разумно. Надо посмотреть вообще, что да как. Надо как-то максимально эффективно использовать то, что мы имеем. Желательно какие-нибудь навыки приобрести. Так, давайте завернем. Можно, конечно, за эти деньги покупать снаряжение, да.
Почему бы и нет? Но на кой смысл мне покупать, если у меня есть отлично прокачанный навык, который мне в случайном порядке может выдать любую абсолютную вещицу, может вообще ничего не выдать, а может выдать даже легендарную какую-нибудь. Я уже там такие вещи охеренные отложил, там, я не знаю, с ума сойти можно. Как только уровень у меня стукнет соответствующий, я их сразу напелю, вообще буду непобедимым каким-то. Реально, там такие вещи лежат в сейфе. Так, поэтому покупать, опять же, вот лут я не вижу смысла. С врагов можно выбить. Очень легко. Так, что с тобой поговорить? Агент Уэллер. Последняя активная бомба отключена. Спасибо. Я понимаю, что сказать спасибо будет недостаточно. Для меня это честь. С удовольствием. Вы спасли жизни на этой стране и... на этой стране, в этой планете. Я как бы очень рад. Ух ты. Все завершено. Что-то столько завершено прямо. Охренеть просто. Все, так. Отлично. Ёлки-палки, лаги. А, все, отлагало. Нормально. Так, завершили, завершили. Все, да. Да. Теперь нам нужно, видимо, вернуться повыше. Давайте глянем, что там. Тогда поехали. Так, и отправляемся. Благо у нас охеренный транспорт. Мы можем проехаться. А давайте глянем, там снизу у нас ничего не появилось. Хотя нет, вряд ли мы там уже все прошли. Давайте наверх. Будем следовать, скажем так, нашей миссии. Чёрт, у нас... О, сила, вот это броня вообще, охренеть просто. Реликвия, правда, что-то часто темной стороны выпадают, но у меня есть и охеренные реликвии светлой стороны. Аж две штуки в запасе лежат, опять же. Вот это вот надо будет отложить в цитадели нашей. Можно, кстати, будет объем инвентаря в цитадели увеличить. А, кстати, а сколько стоит увеличить объем инвентаря здесь? Так, 130 для аккаунта. Да нет, я лучше дополнительную панельку для, скажем так, для навыков активирую. Чё-то сервер у вас, однако, с ребята пролагивает. Ай-яй-яй. Народа вроде немного. Если так уж посмотреть. Не понимаю. Ладно, двигаем, двигаем, двигаем. Все. Что ж так пролагивает-то? Да вы что, сдурели что ли? С тормозами такими. У меня мопед сразу рывками двигается. Так, ага, вот сюда. Ну, давайте посмотрим, что там. Завершить суицидальную миссию сержанта Мака. Такое чувство, что я сейчас буду по всем точкам Тариса разъезжать, выполняя доп. Задание. Пока реально кони не двину. Так, что у тебя тут? Что-то там накидывает, стоит. Эти ребята меня просто разочаровывают. Думаешь, Тарис это сучки и доступные девчонки? Мы пришли сюда делать деньги, а денег здесь нет. Я могу помочь? Есть что-нибудь нам нужно? Посмотрите, этот джедай думает, что мы ленивые свиньи, которые боимся всего. Но мы всего лишь хотим отсканировать плато какое-то и сделать безопасными репостройку. Но все солдаты, охранные офицеры и охотники за головами нанесли урон. Это место просто кишит рагулами. Вы видели, что случилось, Кал? Вы действительно, что ли, заботитесь о своей карьере? Лукратив? Что за лукратив? Что там лукратив, как работу выполнять? Лукратив? Достаточно, Лай. Что, вам интересно, что ли? Вы возьмете сканирующее устройство и принесете назад данные, и я дам вам денег. А деньги? Республике нужны данные. Конечно. Вы можете на меня положиться. Рад это слышать. Но только рагулы там есть, так что... держи оружие наготове, да вообще без проблем. Это и есть ваша суицидальная миссия. Опять сканировать кого-то, да елки-палки. Скан, 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 скан. Ладно, сейчас отсканируем.
Так, проехали мимо. Так, ага, понятно, куда нам надо ехать. Помню я это место. Угу. Сканировать ключевые точки на этом плато. Сейчас сканируем. Глянем, что там. Ну, на транспорте, конечно, реально круто разъезжать. Вообще, все так гораздо быстрее становится. Ага, вот что. Видимо, вас надо, да? Так, стойте, вылезем. Так, сканируем. Опа-на. Все, ребята. Как бы не это самое. Не злитесь. Сейчас все сделаем. Кира Карсон появилась, сказала слово «мастер» и отправилась. Жалко, что нельзя троих отсылать на поиски. Так, сканируем. Я рада вернуться. Назад. В багажник. Так, тут у нас дроиды, скауты. Знаю, тут даже, по-моему, нам задание выдавал один какой-то. Искали какие-то... Вот эти статуи, кстати, сканировали. Реликвии джедайские. Ну, по-моему, то ли на Крусант вернулся, что-то обещал нас там ждать. За всем хорошим. Так, отсканировали. Отлично. И вернуться и поговорить с сержантом Маком. Ну, давайте поговорим. Слушайте, как быстро все, а? Как все быстро на этой штуке, а? Получается. Это вообще просто здорово. Просто зашибись. Вообще, тот случай, когда не жалеешь затраченных денег на все это. Вообще ни капельки просто. Можно с одной точки на другую перемещаться, экономлено такси. Хотя такси, знаете ли, скажем так, окупается все это быстро, если там в целях миссии и так далее. На такси можно вообще не... Это на начальных стадиях игры, да, когда нужны там деньги прямо там чуть ли не до каждой копеечки, как это у нас было в самом начале. Хотя я и то толком их никуда не тратил, то да, возможно. Но потом... Потом уже это дело, скажем так, очень быстро наверстывается, и уже на такие мелочи внимания не обращаешь. Потом уже думаешь, как бы потратить, чтобы порог до 200 тысяч не дошел. Вот так вот. Так, потрещим. Что у тебя тут? Так, ой, не-не-не-не-не-не-не-не-не, не с тобой. У меня и так есть машина. Так, вот с тобой. Так, отлично. Что у нас здесь есть? Ты все исследовал? Не попался в рот кому-нибудь? Так, эй, ленивые ребята, посмотрите, как платят за хорошую службу. Ты сделал хорошую работу. Скан ускорит, скажем так, реконструкцию. И наконец-то мы сможем вернуться назад домой. Эти ребята смогут вернуться назад домой к своим мамам. Для меня было честью помочь вам. Так. Basic commendation, тут как бы и думать не надо. Вернуться к Строму. Стром где у нас? Ну а тут можно уже использовать и нашу, скажем так, систему такси. Она более резвая пока. Поэтому давайте-ка отправляемся. Все. Так. Ну а я бы не сказал, что прям совсем... Я думаю, если у нас ранг пилотирования там 110% будет, то я думаю, мы не намного будем отставать. Да. Сервер. Либо, ну, скорее всего, у меня комп тормозит. Не исключено. Пока прогрузится это все. Вы гляньте, сколько тут всего надо. Тоже как вариант. Хотя раньше такого-то... Нет, ну, было, но не так часто. Так. Все. Компаньон. А, кстати, пока едем, давайте-ка отправим. Ну вы чё?
Фига себе, даже уже эти толком не грузятся. Так, отправляем вас. Так, ты у нас будешь сюда. А ты у нас отправляешься... Ну, давайте вот сюда его отправим. Один фиг. Нам вот локбоксы, запертые сундуки. Каждый сундук такой при покупке стоит порядка... 5000, я вам как-то показывал в одной серии. Больно дохренище. Ёлки-палки, задание какое-то. Так, ну это, по-моему, флешпоинтское задание. Потому что я-то все такие дополнительные выполнил, как бы. Что я не знаю, что там вообще задание. Давайте хотя бы бонус на этот сдадим, посмотрим. Там уже будет видно, от чего отталкиваться. Давайте съездим, посмотрим. Так. На нашем транспорте проедем назад, глянем, может быть там... И не флешпоинт, но по-моему в задание... Фу, флешпоинт, героический. Но, по-моему, героические задания, может быть, как и флешпоинт, должны подсвечиваться на персонаже, чтобы было ясно, что он за задание собирается дать. Потому что фиг его знает. Что там может быть? А, 14 уровень. Почему некоторые зеленым подсвечиваются? Мне тут вот вопрос очень интересен. Так, вот там вот. Вроде вот тут вот. Задание. У нас. Так, Г5КН. Ну, что-то знакомое. По-моему. По-моему, у нас с таким дроидом где-то был разговор. Тревога. Амиля разна. Да, это... Отменить квест. Отменить квест, это да, я знаю, это было. Это героическое задание. Как бы даже думать надо. Амиля разна, это я помню. Возвращаемся. Мы тут уже как бы все выполнили. Поэтому... Думаю, париться не стоит. На крайняк эти задания всегда можно забыть в... при выборе... Вот. Abandon. Либо reset. Перезапустить, по всей видимости. Очевидно. Если, наверное, надо чуваку было этот вот посоветовать кнопку. Хотя я сам ее ни разу не использовал. Прикиньте, вообще весь уровень сбросился до единицы. Вот он меня бы вспоминал бы всю жизнь, а. Доцент помог. Перезапусти квест. Шарах, весь уровень до единицы слетел заново. Да. Я бы тогда после этого сам бы не уснул бы, зная, что такую подляну сделал. Так, что у нас тут? Резалия. Джедай-страж. Ну, давайте-ка. Проедем. Такие уже блатные рассекают на авто. Ну, на моцике, ну, причем такой стильный моцик. Взяли за 31 тысячу. И хорошо, что, я так полагаю, за 31 взяли. Потому что... Кстати, а сколько нам дадут хоть за эту миссию-то награду? Какую? 9 тысяч. Так, ну это что-то вообще не серьезно. Штаны какие-то. Нахрен мне эти штаны? Да еще такого самого-самого принизкого уровня. Fantastic works. Fantastic works. Все, давай, Стром. Задание выполнено. Так, о, я, мы слышали хорошие новости. Губернатор, короче, поздравляет вас всех. Вы сделали невероятную работу на Тарисе. Каждая последняя персона здесь, вы, как бы это самое... Это каждая последняя персона здесь повстречалась вам. Это, видимо, за то, что вот мы все дополнительные задания выполнили. Нам дали бонусное задание для этой планеты специальное. И нам, естественно, это самое. Тарис скучный, нет. Могу ли я еще вам помочь? Если есть какие-нибудь проблемы, я не могу просить вас более еще о чем-то. Веки множество вызовов было, но мы закончили работу, продолжили. И ваше героическое, скажем так, выполнение всех этих работ на Тарисе — это огромная ключевая точка для республики. Спасибо вам, как бы, большое за такие слова. Я знаю, что это часть чего-то большего. Мы все горды, что вы посетили нас.
удачного путешествия. Слушайте, ну вот теперь, знаете ли, с чистой совестью, реально, с чистой совестью, нам еще и ускорение этого дали, ни хрена себе, 25%. На 3 часа? 3 часа это 25%, это охренеть сколько. Выбрать одну, 32, 20, 20, 32, конечно, 32. Все. Все взяли, все выполнили, просто, я не знаю, все, что можно. Мы посмотрели, и все, что можно, мы выполнили. Так, использовать голотерминал на нашем корабле. Но надо теперь нам, я полагаю, вернуться на наш кораблик. И использовать голотерминал. Так. Чтобы посмотреть, что там. Так, ой. Другую. Где... так вот, как выглядит мертвый город. Надеюсь, что когда-нибудь этот Тарис действительно вернет былое величие. Стойте, а что это за место такое? Может, тут есть объекты изучения, лор какой-нибудь? Нет? Нет, ух ты. А здесь что? Какие-то шахты. Ну реально, здесь, конечно, классно вот это все сделано, мне вот нравится. Есть где можно погулять, так попутешествовать, посмотреть вообще просто, вот знаете ли. Вот за это мне и нравится серия вот этих вот Звездных войн, где можно реально спокойно путешествовать, гулять, осматривать. Все так добротно, качественно и красиво сделано. А наличие сюжета практически в каждой миссии, это просто, я не знаю, просто чудо какое-то. Ангар давайте. Отправляемся в ангар. Все, так, вот наш корабль там ждет. Надо улетать. Так. Давайте так быстрее будет. Все. Отправляемся. Угу. Классный корабль. Тоже четкий. Его тоже можно как-то апгрейдить. Но я думаю, нам навык охоты за сокровищами поможет в этом деле. У нас просто вообще рандомные вещи всегда выпадают в этом навыке. Вообще, вот чистая случайность. И я думаю, на этих случайностях мы реально сможем улучшить корабль наш. По крайней мере, до 50 уровня мы точно сможем всякие вещи классные получать. Это уж точно. А вот что потом? Не знаю, суп с котом. К тому времени мы уже давно прокачаем этот навык до максимума. А раз он, я так думаю, если прокачивается навык и больше, скажем так, очков знаний в этом навыке, я так это полагаю, можно назвать, то есть там 400 из 400 там, или из 500, а это можно значение увеличить за кредиты, за 10 тысяч, за 20, то тем лучше будут выпадать и чаще ценный лут, которые можно использовать. Так, голотерминал. Ну, давайте поговорим, что там у нас. Кто? Генерал, доктор Гадера уже на пути к вам. Я не могу представить, что Империя сейчас бы с ним сделала. Теперь мы спасем Республику от ассасинов ситских. Колонисты счастливы, что там появились. Во всяком случае, кто там, что-нибудь вы нашли? Сила вела меня. Сила вела меня по мистическим путям. Ну, во всяком случае, хорошо, что все так случилось. Ваша работа завершена. Отбой. Ни хрена себе. 12. 9. Нет, конечно, берем вот это вот. 12. Еще. И еще нам ускоритель дали. Да ни хрена себе, это вы. Вы че, это столько всего можно вообще сделать по такому поводу. Вот так вот. Здорово. Ну ладно, друзья. Думаю, давайте здесь мы на этом закончим. И продолжим уже все наши приключения в следующих сериях. Я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Андрей Доцент. Не забывайте подписываться, если вы все еще не подписаны. Ставьте пальчик вверх, если вам понравилось. Обязательно комментируйте. А также заходите в группу ВКонтакте, где вы можете задать вопрос по данной игре, обсудить различные проблемы. И можем обменяться, если вы играете в эту игру, полезным друг для друга опытом по этой игре. Вот так вот. Так что всем спасибо за внимание, друзья. Всем пока.